Мувики в CS — это неотъемлемая часть самой Counter-Strike. Они были и в 1.6, и в CS 2, и в GO. Но меняются только две вещи. Это то, что работа становится все гораздо лучше и лучше, а популярность все ниже и ниже. И на этом канале мы с вами пытаемся это дело исправить. Это уже 6-й или 7-й ролик, где мы выбираем лучшие работы и вознаграждаем лучших авторов. Сегодня мы собрали победителей наших других выпусков и дали им одно и то же задание. И выберем самого талантливого и опытного мувимейкера. Всем желаю приятного просмотра и, самое главное, аппетита. Давайте начинать смотреть очередной материал про мувимейкинг. Ребята, добрый день. Привет. Вы все тут собрались не просто так. Вы сегодня все собрались здесь, так как вы лучшие мувимейкеры моего канала. Единственное... Да. Вы были в моих роликах и побеждали постоянно в таких выпусках. Поэтому я решил сегодня вас всех собрать в одном месте. Вы довольны? Да. Звучит как трейлер. Да. Of course. Это означает то, что сегодня мы сможем дать вам новое задание. Внимание, ребят! Задание. Смотрим момент. Apex has it cocked and ready to go. Flames and Zywoo. Waiting for that initial fight, Flames will take the attention. Molotov does not go to the sandbag, so Flames is trying to sell his life so that Zywoo can succeed, and that is exactly what Zywoo will do. It's a couple of kills, picks up four, and Zywoo just shuts down the entire setup. Zywoo's first... Так, вы посмотрели момент. У вас уже есть идея, как сделать этот классный ролик? Ну, у меня есть вопрос, как растянуть этот момент на 5 дней выполнения. Вы вообще, ну, не то выбрали, ребята, прям. Быстрый очень момент, прям очень быстрый. Это... Не то. Типа, там нечего 5 дней делать абсолютно просто. Сейчас на монтаже у тебя должно 5 дней, короче, перечеркнутым стать и стать 3 дня, блядь. Давайте, реально, давай на 3 дня, бро. Давай на 3. Ой, давай на 2 дня вот это. Так, давайте не понижать ставки. На 2 дня уже было, давайте 3. Сердце встанет. За 10 часов сделаем. Давайте, до 27-го готовы? 27-го записываем еще раз. Готовы? 27-го вечером собираемся. Да, 27-го вечером. Все готовы? Топ-2 лучших мувимейкера, которые сделают ролик, делают следующий мувик. И победитель получает 50 тысяч рублей. Так, подождите, а что мы сейчас сделали? Мы так быстро сейчас переобулись прямо в ролике. Все. До 27-го числа. Возвращаемся через секунду. Бум! Прошло 2 дня, и сегодня мы готовы посмотреть первые работы. 7 работ от наших мувимейкеров. И опять же, оценивать буду не я один только, а наши ребята из проекта Сабишок. Сотрудники. Игорь, Влад, Экста, Хейс, Рости, О Май Дог, Мосис, Денис, Контрол, Алексей Нойер, Дифферент, Флитис. Каждый из них занимает какую-то роль в проекте. Но не будем на этом заострять внимание, просто поздороваемся. Привет! Привет! Привет. Hello. У нас есть первый уже мувик от Фенса. Погнали. Давайте возьмите себе блокнотик куда-то и запишите свои оценки. А потом, после просмотра всех, пройдемся еще раз. И вы поставите оценки финальные. Быстрые, очень быстро. Когда мы его показали, многие спросили, что это за бред. Почему так быстро? Вот, поэтому какую мы сделали историю. Мы сейчас выбираем лучших топ-2. И эти топ-2 делают мувик по нашей команде. По феномену. И вот там уже будет выбираться победитель. Мы должны сейчас из 7 работ увидеть лучшие 2. Погнали. Это все? Блин. Ля. Ну, ребят, я думаю, что тут очевидно, что он, к сожалению, не войдет в топ-2. Вот тут прекрасно все. Звуки, картинка, динамика. И тут все было хорошо. Но как резко все закончилось. Незаконченная работа мне не понравилась. Так, ладно. Не забудьте поставить оценки у себя в голове. Шинигами. Flames is trying to sell his life so that Zywoo can succeed, and that is exactly.
это красиво. Мне это понравилось. Это очень круто, мне тоже понравилось. Пока что я ставлю высокую оценку. Так, Шинигами. Работа от Дизел. Я помню, что его работы мне не особо нравились. Он всегда занимал непризовые места. Или я ошибаюсь? Ты его в одном из роликов, наоборот, очень сильно бустил. Хорошо, я не помню. Музыка хорошая, но работа мне не понравилась. Мало характера. Я очень оценил начало, но демонстрация самого момента как будто какая-то дефолтная, что ли. Так, идем дальше, это Силмэш. Вот этот человек, я его точно помню, он всегда делал хорошую работу. Он всегда классно делает такие вот моментики. Необычно. Здорово. Так, если сейчас будет мувик по этому же моменту, будет супер. Ха-ха, как классно! Типичный тиммейт. Все? Блин, да. Не хватило драйва. Вот то же самое бы повторил бы в мувике с музыкой. Было бы здорово, а так... А. Не, он очень прикольно побегал в VR, честно говоря, но... Я не понял совершенно. Может, кто-то понял? Ну, его фишка была особо не объяснить, а сделать красивый VR-ролик. Но очень необычно, очень оригинально. Так, я поставил оценку за оригинальность, но мы идем дальше. Лайнер. Так, тут какое-то 3D интересное. Начало у всех слишком заманчивое. Это Шрек? Он точно делал мувик по КС? Что это? Блин, как будто что-то не хватило. Не хватило, конечно, не хватило фрагов, не хватило момента показать. Но идея, реализация очень необычная. Они как будто приняли это задание, как сделать самый необычный мувик. Непонятно, где он начинается, где он заканчивается. Ну, они все справляются с этим. Странно, да, ощущение после просмотра? Такой наркоманский немного ролик. Так, Лайнер. Я поставлю тебе за наркоманность тоже повыше оценку.
Хорошая работа, необычная. Это прикольный синематик, но там нету... Это не мувик, да. Это не мувик. Да, это не мувик. Работа от Гумба. Я впервые слышу его никнейм. Террария какая-то. Не, мне не понравилось. Очень быстро не был особо показан мувик. Я ставлю, наверное, одну из самых низких сегодня оценок. Так, и получается у нас остался Шайно. Так, либо я уже залип, либо это все очень быстро происходит, я ничего не понимаю. Ну, очень быстро. Так, ну, в целом я оценки проставил. Сейчас давайте как поступим. Давайте пересмотрим все еще раз. Сейчас смотрим ролики и можем сразу проставлять. Блин! Сейчас скажу. А что если мы проведем с вами Евровидение? С каждой страны мы заберем по одному мувимейкеру лучшему. И проведем голосование, вот как на Евровидении. Это же это супер. Ребят, если этот ролик набирает 25 тысяч лайков, мы это сделаем как только так сразу. Соберем много мувимейкеров с каждой страны. Ну, скорее всего, из СНГ. Второй момент. Наберем много жюри. Будет зрительское голосование. Будут большие призовые. Будет много мувиков. И полностью повторим концепцию Евровидения. Но вместо музыки просто мувики. Как будто шикарная идея. Так, ладно. Давайте подводить итоги. У нас точно не занимает лидирующую позицию первый мувик Фенса. Самая лучшая работа это у нас Ушинигами. Второе место. Шайна? Да. Что? Это он Шина. То есть вы сейчас послали из этой игры Дизла и Слмэша. Ребятки, у нас получается проходит следующий этап с Шинигами и Шайно. Такие у нас дела. Очень может неожиданно. Переобуемся и пустим еще Дизла? Нет. Ладно. Ну, я рад, что мы хоть на каком-то мувике все сделали одинаковый плюс-минус голос. Короче, и заметьте, у Шинигами и Шайно Шино, да? Буквально одна и та же формула в мувике. Вначале показать имена игроков с двух команд, показать турнир, показать, кто это, показать хороший худ при киллах, и у них, ну, буквально плюс-минус одно и то же, только под разную музыку. Но сделано заебато. Ну, серьезно. Заебато. Пойдем общаться с ребятами. У меня есть плохие добрый новости. Вечер. Для пятерых плохие новости. Твои прошли вперед. Да. Следующий этап. К сожалению, последнее место занимает у нас мувимейкер по имени Фэнс. Ура. Дальше за ним идет Ланер. О, поздравляю. Так, дальше у нас идет Гумба. Оно очень неожиданно. Но следующий Слмэш. Так, дальше Дизл. И у нас проходят дальше Шинигами и Шино. Пошло, добро, пошло. Работаем. Все, пауза. Спасибо. Так, ребятки, а сейчас я вас еще раз поздравляю. Ну, а тех ребят, которых мы уже не видим во втором этапе, хочу сказать еще раз. Вы огромнейшие молодцы, таланты.
из такого короткого, не особо интересном моменте вы смогли сделать настоящее искусство. Очень прекрасная работа. Но, к сожалению, ребята были дальше. Ребята ушли подальше, а вы все держались примерно на одном и том же уровне. У вас там очки отличались на 2-3 поинта. Это было большим удивлением. Мы просто так написали Зайву, и он оценил эти мувики сам. Он проставил оценки, и в каких-то моментах он был примерно с тем же вердиктом, как и мы. В общем, вот его оценки. Так, сейчас мы вам покажем моменты и возвращаемся уже через несколько дней. Прошло 3 дня, и сейчас мы готовы посмотреть то, что у нас получилось. И это будут моменты двух игроков команды CyberShock Esports. Сегодня у нас будет момент феномена. Ну а также Стиникса. This guy has just been multi-killing this entire series, getting 2.0 rating on Dust, who he might replicate it again here on Mirage. NBK just creeping around, and there it is. И чтобы все было бы прекрасно и хорошо, я позвал именно этих игроков в Discord, и они будут сами голосовать за свой момент. И поэтому вы сегодня выберете, кто заберет 40 тысяч рублей, а кто всего лишь 10. Друзья, привет! Илья, привет. Дима. Привет. Здорово. Ну что, готовы? Да. Да. Мы выбрали два момента. Сначала будет Анубис, где феномен сделал 1 в 3. И дальше Мираж, где Синик сделал эйс. К сожалению, мы не нашли феномена более симпатичный момент. Погнали. Почему феномена момент не с АВП? Так я нуб с АВП. А, ну все. Погнали. Работа от Шину. Смотрим. Мне понравилось, как локосив двигался. Вот это классно сейчас было. Вот. Если мы будем делать редизайн логотипа, мне кажется, вот это классный логотип. Вам не кажется? Я хочу это на YouTube забрать, как переход между сценами. Вот, это красиво, да. Между главами на YouTube канал CyberShock. Ладно. Ну, а мувик мне не понравился, честно. Мне он вообще не понравился. Честно, то же самое. Да. Да, ну, сыроватый тут. Не, зря гоните охуительный мувик. По 10-балле напишите вашу оценку. Ну, моя оценка... где-то... Все, я поставил. 7, 6, говорю. 7, 5, 8, 6, 8, 7, 8, Алексей. Валера и Настя по 7. Так, ну, на самом деле, я разочарован сейчас, то, что я видел. Мне кажется, для суперфинала это была слабенькая работа. Я не знаю, что должен сделать Шинигами, чтобы проиграть. Ну, правда. Второй момент от Шинигами, погнали. Красота. Классно. Не, ну если сравнивать, то уже да. Как будто уже видно, да, кто выиграл? Ай, какой переход. Вау! Не, это Люк Симба.
Это очень классно. Он вставил даже чужие моменты. Ну, конечно, ну, я не буду... Жёстко затащил Дима. Даже комментировать не надо. Очень стыдно. Так, ну я... А это честно, что у них разные моменты были? Что? Вот... Ну, все одинаковые моменты. Они были одинаковые. Да-да-да. Да? Да-да. Ладно, отмена. Так, ну, здесь выиграл, получается, Шинигами. Что я могу сказать? Это, к сожалению, похоронная для Шину. Пойдем поздравлять нашего мувмейкера. Он выиграл 40 тысяч рублей прямо сейчас. Добрый день, добрый день! Тише, тише. Так, мы подвели итоги. И у нас есть имя победителя. И внимание! 116 очков против 86. Побеждает Шинигами. Поздравляю. Очень хорошая работа, прям прекрасно. Мой ученик. Спасибо. Ты получаешь 40 тысяч рублей и участие, скорее всего, в Олимпийских играх. Ты с какой стороны, Шинигами? С России. Из России. Я тебя жду на Олимпийских играх. Ой, какие... Я тебя жду на Евровидении. В этом ролике я сделал анонс, то, что мы сделаем турнир среди всех стран, кто примет участие в лучшем мувике. И от России, я думаю, нужно тебя позвать, потому что ты в наших выпусках всегда почти выигрываешь, либо занимаешь лидирующие позиции. Ты примешь участие в Евровидении? Это опять шутка какая-то? Не-не, сейчас клянусь, без шуток. Ладно, поверю. Ну ладно. Хорошо. Спасибо большое всем. На этом у нас конец.